смотрите, я умею вот так и вот так, а еще вот так. Разве это главное в танце? Я думаю, что нет. Думаю, что зрителю нравится, когда ты просто кайфуешь от легкого, непринужденного движения своего тела, но в очень гармоничном слиянии с музыкой. Пытаться выдать все движения на свете, только чтобы доказать кому-то что-то. Мне не нравится. Мне нравится просто легко, свободно и кайфово.